Мы приехали сегодня, чтобы показать вам вот этого красавца. Сейчас будем снимать. Времени очень мало. Постараемся все быстро снять. Смотрите, как здесь все сделано. Вам кланяться даже. Приглашают в паркинг. Паркуешься. Все разметки поставили. Итак, давайте посмотрим, что такое Ioniq 5. Наконец-то! Спасибо, друзья, за то, что подписались на мой канал, за то, что дождались этого момента. Сейчас постараемся вам все показать. Приехали в Ioniq центр посмотреть, что из себя представляет этот автомобиль. Так, давайте я вам все подробно покажу и расскажу. Итак, где он тут находится? Перед тем, как пройти на съемки, здесь такая вот дезинфекция у нас. Небольшая. Друзья, приветствую всех на моем канале. Спасибо за то, что подписались, за то, что доверили время мне. Сегодня мы находимся в центре Ioniq 5 Square, называется, в Сеуле. Доступ всегда только для ютуберов и для блогеров, в общем-то. Вот. И сегодня хотел вам показать тот автомобиль, который вы уже очень давно ждете. Наконец-то вот он. Ожидание закончилось. Сегодня очень много блогеров здесь и журналистов. И мне разрешили сегодня сделать небольшой walk-around вокруг автомобиля Ioniq, как видите. Так, друзья, посмотрите, как открываются ручки у автомобиля. Значит, так вот они открываются. Дергаешь за ручку. Здесь у нас кожа светлая, очень мягкая на ощупь. Здесь очень все сделано по премиуму. Ну, значит, зеркала у нас уже, камеры вместо зеркал. Посмотрите, как здесь все выглядит. Только два планшета и все. На руле нет значка уже Hyundai у нас. Здесь у нас режим Drive Mode. Руль кожаный, мягкий, естественно. Смотрите, какие здесь опции.
кожаные, очень мягкое кресло, очень приятная кожа на ощупь. Смотрите-ка, у нас здесь электрорегулировка сидений находится. Пол полностью, как по-русски, плоский. И здесь очень много места. Здесь у нас ниша находится. USB, посмотрите. Времени очень мало. Скоро этот автомобиль выйдет уже, значит, в салоны, и тогда повнимательней все разглядим. Все посмотрим. Здесь, значит, ниша, еще у нас два подстаканника, два USB порта и два планшета. Смотрите, как выдвигается полка у Айоника. Да? Как полка. Это очень удобно на самом деле. Почему другие машины, я не знаю, не делают этого, но в других автомобилях, но... В общем, Айоник — это автомобиль неоднозначный, полон инноваций и новых технологий. Это понятно. Что касается заднего ряда, у нас здесь имеется шторка. И, значит, двухступенчатый подогрев сидений. Также очень премиальные материалы, здесь все мягкое. Ручка очень длинная такая, посмотрите, глубокая, есть за что ухватиться. Колонки у нас здесь, надпись Айоник 5 на пороге. Также на электрорегулировке заднее кресло. Здесь у нас пластиковая вставка. Сзади у нас тоже два USB. И плоский, абсолютно плоский, значит, пол. Сидеть удобно. Очень удобно сидеть. Сейчас покажу, в каком расположении нахожусь. Это вот до конца. То есть полулежа получается. Очень удобно сидеть. Посадка тоже очень мягкая. Почему? Потому что бывает, иногда сидишь как-то криво. Прям сел, и под тебя все. Также у нас здесь панорамная крыша находится. И на электроприводе у нас багажник. Давайте в последнюю очередь посмотрим багажник. Вообще-то не маленькое пространство, я вам скажу, для такого автомобиля. Автомобиль с размером компактного кроссовера. Вот. И багажник не то чтобы он такой, он не глубокий, но он длинный. Здесь еще также ниша. И на электроприводе дверь. Видите, как открывается крышка? Нажимаешь и закрываешь. А, стоп. Нажимаешь. Я не попадаю. И закрываешь на кнопочку. Друзья, еще раз всем привет. Я сейчас возвращаюсь с Ioniq Square 5. Там, где сейчас показывали, сегодня показывают эксклюзивно Ioniq 5. И хочу поделиться мыслями, пока не забыл. Хотел сказать следующие вещи. Ioniq меня просто поразил. На фотографиях, так как я уже много снимаю автомобилей, когда видишь на фотографиях одно, потом, когда ты это видишь по видео, это другое, но когда ты видишь этот автомобиль вживую, это совсем другие ощущения. И Ioniq произвел абсолютно противоположные впечатления. То есть я ожидал, что это будет компактный кроссовер, что он будет, ну, такого себе размера. Ну, думал, сборка будет такого среднего размера. Мне казалось, что такая цена за Ioniq огромная, что... Ну, в общем, у меня было очень много разных мыслей по поводу этого автомобиля. Но когда я увидел этот автомобиль вживую, ребята, я вам скажу, очень классно, что Hyundai сделали вообще-то. С одной стороны, снимал на улице, очень много бликов, отражений было, извините за это. С другой стороны, классно, что Hyundai сделали презентацию именно на улице, потому что в салоне автомобиль выглядит всегда почему-то лучше. Потому что в салоне автомобиль немножко по-другому выглядит. Он выглядит больше, он выглядит как-то, я не знаю. А потом выезжаешь на улицу, это совсем другой автомобиль. Так вот, с Айоником был такой шанс увидеть автомобиль, когда он теряется, да, не среди стен, а уже среди домов, на улице, на солнышке. И он мне показался меньше,
У него очень длинная колесная база. За счет этого, мне кажется, он еще кажется больше немножко. И каждый элемент, да, каждая кнопочка и каждый элемент чувствуется, что это премиум автомобиль, он дорогой автомобиль. Ты подходишь к нему, ты чувствуешь, это дорогой автомобиль. Ты садишься в него, ты знаешь, что это дорогой автомобиль. То есть сделано добротно, сделано, ни на чем не жалели. Качество всего просто обалденное. И самое главное, вот я сел на задний, когда ряд, а я сказал, что там очень удобно. Вы знаете, Ioniq сделан таким образом, что в нем все было удобно. Такое ощущение, что инженеры Hyundai, они провели очень долгое время, разрабатывая автомобиль, каждую мелочь. То есть ты чувствуешь, что каждая мелочь была продумана в этом автомобиле. Я хотел бы сказать, что этот автомобиль стоит полностью своих денег. Когда ты видишь видео, еще раз говорю, фотографии, не можешь определить. И я сомневался, но когда я увидел вживую, это совсем другой опыт. У меня просто, как правильно, неимоверные ощущения, да? У меня просто неимоверные впечатления остались от Ioniq. И пользуясь моментом, хотел бы я поблагодарить сейчас за то, что Hyundai, компания Hyundai разрешила съемку, за то, что руководители Ioniq 5 Square разрешили снимать. Все было на высшем уровне, все было продумано, все было организовано тоже на высшем уровне. Всем спасибо большое. Спасибо за то, что, друзья, подписывайтесь и смотрите мой канал. Следующий будет тест-драйв Ioniq. Я уже получил добро. Будет тест-драйв Ioniq где-то в апреле. Я вам точно дам знать, конечно, и сделаю небольшой анонс. Очень многие люди в последнее время спрашивают про электромобили и хотят их купить. На мой взгляд, я всегда говорил, что электромобили пока еще не настолько удобны, чтобы их приобретать, потому что долго заряжаются. Совсем все меняется с Ioniq 5. Почему? Потому что за 5 минут зарядки вы можете получить дальность хода в 100 км. Для Кореи это очень актуально. Я считаю, что 5 минут это уже очень высокий показатель, то есть не нужно ждать по полчаса, да, во время заправки, куда-то ты едешь на дальнее расстояние. То есть, друзья, получается, что Ioniq уже внес свою новую лепту в историю электромобилей, и это будет что-то совершенно новое.